Hola, amigos! На связи Матвей. По моему графику вы сейчас должны смотреть видео о том, как я отыграл турнир «Танец урожая» Fortnite на Android. Но турнир перенесли, так что я ничего для вас записать не смог. Но потом я посмотрел на дату и вспомнил. Практически прошел ровно один месяц с того момента, как я начал играть в Fortnite вот на этом вот телефоне в 6 пальцев. Если вы впервые на этой рубрике, то настоятельно рекомендую посмотреть два предыдущих видео по этой теме, а именно как я начал играть в Fortnite Mobile в 6 пальцев и как я играл в Fortnite Mobile в 6 пальцев спустя неделю. Это для того, чтобы вы видели, с чего я начал идти и к чему я пришел сейчас на данный момент времени. Грубо говоря, чтобы вы замечали какую-то прогрессию в моей игре. Ладно, в общем, в сегодняшнем видео я вам расскажу, как там обстоят дела с моим управлением в 6 пальцев Fortnite Mobile спустя месяц игры, какие трудности я смог побороть в своем управлении и как я это сделал, а какие трудности пришли ко мне снова. Также пару слов о моем киберспорте и об игре в общем. Короче, не переключайтесь, будет интересно. Ну а перед тем, как мы приступим к сегодняшнему видео, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписаны на меня, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автора Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Как раз таки наступают новогодние праздники, и скоро в ежедневном магазине Fortnite мы увидим кучу крутых скинов. Ребят, не пропускайте такое событие, покупайте исключительно с моим тегом. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальные альбомы и группы канала ВК, ссылка в описании. Так вы сможете попасть в видео, как и следующие ребята в конце ролика. Ну а пока что вы смотрите на моего спящего кота, я желаю вам приятного просмотра и приступим к сегодняшней теме. Прежде всего, хочу высказаться по поводу того, в какой позе я играю в Fortnite на телефоне. Вот прям, чтобы было удобно тащить, я всегда играю сидя. Некоторые ребята в комментариях советовали мне класть телефон на стол и играть сидя за столом. Да, в принципе так, мне даже легче снимать хендкамы. Но хочу вам напомнить, что прежде всего я играю на телефоне. Телефон это не планшет, это не iPad. На телефоне невозможно играть, как на iPad, сидя за столом. Вы в принципе можете приучить себе играть сидя за столом, но ребят, как-никак, телефон маленький достаточно, и его можно спокойно поместить у себя в обеих руках. Так будет играть намного удобней. Во-вторых, что по поводу моего, так сказать, киберспорта и игры в целом. Да, я признаю, что я не самый топовый игрок в СНГ в Fortnite Mobile на андроиде, но знаю точно, один из лучших. По правде, я часто играю со своими подписчиками один на один, и могу сказать точно, лишь единицам удается меня переиграть прям в сухую. Так что, ребят, кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал в комментариях, запомните, это обычная шкила с юношеским максимализмом. Да и вообще, когда я говорю, что я лучший игрок СНГ на андроиде Fortnite, я основываюсь на том, кого я знаю. В конце концов, у вас нет выбора, потому что Fortnite на андроиде в СНГ снимаю только я. Я имею в виду каналы, которые стабильно делают какой-то более-менее интересный контент по Fortnite на андроиде, ну, например, как я. Есть куча людей на ютубе, которые просто снимают гайд, как сделать 60 FPS Fortnite на андроид. Естественно, это востребованная тема и собирает достаточное количество просмотров. Ну и после этого они уже считают себя полноценными авторами контента по Fortnite на Android. Не знаю, как вы, но я вот не считаю полноценным контентом какие-то просто гайды по установке 60 FPS. Тем более, если все видео об одном и том же, и в их названии присутствует словочитание 60 FPS Fortnite на Android. Это просто фарм просмотров, который толку-то тебе никакой аудитории не принесет. Да, у меня тоже есть свой рабочий гайд по установке 60 FPS Fortnite на Android, который является моим самым популярным видео на канале, но, как вы видите, я на этом не зацикливаюсь, и у меня много интересных тем. В общем, ладно, это у меня уже куда-то занесло. Думаю, вот с этого момента тема моего киберспорта в комментариях да где угодно закрыта. Если кто-то что-то не понимает, пересматривайте это видео еще раз. Думаю, поймете. Теперь, что касаемо моего управления в 6 пальцев спустя месяц. Весь результат вы можете сейчас заметить у себя на экране. Да, запись эта свежая, сделал ее только вчера. В принципе, честно говоря, мне просто лень играть в Fortnite. Под конец предыдущего сезона, последние 2 недели, я вообще в игру не заходил. За весь месяц я наиграл всего лишь 15 часов. Кстати, в этом моменте мы снова возвращаемся к теме моего киберспорта. Когда вы оцениваете какого-то игрока, оценивайте его не только по скиллу, но а также по времени, проведенному в игре. Например, если я играю с каким-то крутым парнем и у нас счет 5-5, вы просто подумайте, сколько тратит времени на игру тот парень и сколько трачу на нее я. Вообще, если учитывая, сколько я времени трачу на игру и как я играю, я могу считаться официально гением всего Fortnite, а не только Mobile. Да, бесспорно, есть игроки,
намного лучше меня, но они тратят по 6 часов в день на эту игру. Я же максимум 1,5 часа или вообще не играю в нее. У меня просто не так уж и много остается времени на игру, учитывая то, что я стараюсь чаще делать ролики, я стараюсь также учиться, также гулять, также отдыхать и так далее. Ладно, перейдем обратно к моему управлению. Официально заявляю, я практически полностью привык к своему нынешнему управлению Fortnite Mobile в 6 пальцев. Все реже и реже у меня случаются такие моменты, когда я забываю про свою кнопку и тычу не туда. Также в последнее время я достаточно отлично совмещаю свой AIM, редакт и строительство в единое целое во время файтов. Те ребята, которые постоянно меня обыгрывали 2 месяца назад, сейчас я выношу на изи. Без обид. Так что то, что я говорил в предыдущем видео по этой теме... Хочу здесь отметить отдельный плюс моего управления. Мое управление не имеет границ. В этом управлении я могу вечно совершенствовать свой скилл. И даже сейчас, заявляя, что я очень круто играю, я не смогу представить, насколько круто я буду играть на этом управлении месяц спустя. Эти слова полностью себя оправдали. Пересматривая сейчас мое видео про 14 дней спустя того, как я поставил себе управление Fortnite Mobile на 6 пальцев, я думаю, блин, как же тупо я играл. Сейчас я думаю, что в скилле на этом управлении я достиг своего пика. Но, естественно, это тоже не так. Я уверен, покажите мне вот это вот видео спустя месяц, и я подумаю, блин, как же я тогда тупо играл. Как говорится, совершенству нет предела. А что по этому поводу думаете вы? Пишите об этом в комментариях. Также обязательно ставьте лайк, потому что, ребят, только от вас зависит, будет ли эта подобная рубрика у меня на канале еще в будущем. Пишите в комментариях, как импровите вы свое управление в Fortnite Mobile. Также, если именно ты хочешь со мной поиграть, то смело добавляйся в нашу беседу группы канала ВК, ссылка в описании. Также добавляйтесь в наш Дискорд, мы его недавно перезапустили, там теперь круто, лампово, уютно. Да, голосовой чат в игре у меня не работает, общаемся только по Дискорду. Ну а на сегодня это все. По традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego!